Расскажите, птицы, что вас манит. Прошлое преследует нас. Так часто говорят. Но прошлое — это лишь череда событий. И каждое идеально. Совершенно. Бусинка, нанизанная на нить времени. Прошлое не преследует нас. Нас для него не существует. Это мы преследуем прошлое, цепляясь за ускользающие воспоминания. Вы даму потеряли? Найдете ее еще раз? Серебряные нити. Как-нибудь потом. Первый клиент уже ждет. Кто это? Твой армейский дружок. Тот, что не платит. Привет, Беннистер. Как дела? Скучаю по старым временам. Мне не хватает Энджи. Хорошо. Раньше прошлое было недоступно. Но против течения реки времени можно плыть на шхуне под названием память. А я ее шкипер. Как города затопила и мир захлестнула война, будущее перестало вселять надежду, и люди стали оглядываться в прошлое. Емкость изначально была инструментом для допросов, а потом ностальгия стала образом жизни. А для нас Вольц – заработком. Нейронная карта готова. Погружай. Это путешествие. По твоим воспоминаниям. Пункт назначения – знакомое тебе время и место. Нужно лишь четко следовать за моим голосом. Лето. 13 лет назад. Дом твоего отца. Ты берешь мяч. Энджи, давай. Принеси мяч. Хорошая девочка. А, ты моя хорошая. Да, хорошая девочка. Ну что, еще разок? Еще поиграй. Неси мяч. Давай. Я на мели, но у меня есть это. Ты же понимаешь, что Бака делает с людьми? По сравнению с тем, что сделала война, ты сама знаешь. Вы оба служили. Этого мало, но нет. Я в следующий раз отдам. За счет заведения. Спасибо.